Всем огромный привет! Сегодня готовлю потрясающе вкусную скумбрию в собственном соку. Готовлю я ее необычным способом, а каким именно, покажу в этом видео. Перед тем, как начать готовить, хочу порекомендовать вам канал «Рецепты папы Ахмеда». Это молодой, но очень интересный канал, на котором повар учит готовить разнообразные блюда на мангале. И не только. Это сочный шашлык, вкуснейший люля-кебаб, разнообразная выпечка, настоящий узбекский плов. Обязательно подписывайтесь. Ссылку на канал «Рецепты папы Ахмеда» я оставлю в описании под этим видео. Скумбрию очищаем, хорошо промываем и нарезаем на порционные кусочки, приблизительно 2 см. Для удобства рыба у меня слегка заморожена. Далее я порежу лук. У меня луковица достаточно крупная, поэтому нарезать я ее буду четверть кольцами. Морковь нарежу кружочками. Запекать скумбрию я сегодня буду вот в такой литровой банке. Самое главное, чтобы она была целая, нигде не битая и сухая. На дно банки укладываем лук и морковь. После чего скумбрию. Скумбрию я заранее подсолила. Еще слой лука и моркови. И скумбрия. Таким образом заполняем банку, чередуя каждый слой. В конце добавляем 3-4 штучки душистого перца горошком. Кладем 1 лавровый листик. И добавляем столовую ложку растительного масла. Делаем крышечку из фольги и отправляем в холодную духовку. Температуру устанавливаем 180 градусов на 40 минут. Скумбрия готова. Посмотрите, сколько много она выделила сока. При таком способе приготовления рыбка получается очень нежная, и подавать ее можно с любым гарниром, а особенно вкусно с картофельным пюре. Ну что, пробуйте, готовьте, это очень вкусно. Ну а я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!